Просто, Кузьмич, а где вы научились играть? На мандолине, на гитаре, на скрипке? На мандолине я научился играть в педучилище, учился два раза, на Сухинске. Там у нас уроки музыки были, нас на скрипке учили тогда, по нотам. Я купил там мандолину, начал вот со скрипки, а стоит одинаковый, что на скрипке, на мандолине. Вот, а потом по нотам начал, и самоухом почти. Да, а раньше-то на скрипке как играли в деревнях? Вот старики еще. Не помню. Навряд ли. Да как делаете, нет. Ну, струнный не вот. То есть даже не помните, такой, да, что не помню, играли не у вас? Вот Бурдин играл на скрипке, я его только здесь потом увидел. Ни у кого здесь просили нету нигде. А этот, и раньше тоже не было. Не слыхали мы. А эта скрипка, она. Выросли мы, не слыхали. И родители ваши тоже не скрипки? Да, гармошка, балалайка, больше здесь ничего такого. Эта скрипка была в Поташке, в школе она была. Я там работал, ее оттуда купили, в Сухановскую школу. Вот там я струнный вел оркестр, кружок. Со скрипкой играли вместе, кружок. Гитара, балалайка, мандолина, скрипка.